Глубокоуважаемый президент, глубокоуважаемые коллеги. Вот несколько лет назад Евгений Наумович, когда рассказывал про полногеномное секвенирование ДНК в экспериментальной онкологии, сказал, что современные достижения фундаментальной науки поставили под сомнение многие существующие догмы экспериментальной клинической онкологии. Я хочу этот вот, наверное, тезис поставить во главу своего доклада. Ну, во-первых, почему? Потому что в середине прошлого века тиреоидные гормоны были обозначены, как бы их избыточная концентрация, как риск развития, то есть снижали риск развития новообразований, а гипотиреоз был фактором риска возникновения новообразований. Но так получилось, что на рубеже веков был открыт новый мембранный рецептор для тиреоидных гормонов. Им является интегрин альфа-нио-бета-3, или по другой номенклатуре называется он CD51. И экспрессируется он, в принципе, на всех клетках эндотелия, эпителия, на лейкоцитах, тромбоцитах, является таким белком клеточной адгезии. Что происходит при воздействии на него йодтиранинов? Вот активируются у нас три внутриклеточных мессенджера, да, это серинтиранинная киназа, метагенотиранинная протеинкиназа и фосфодиазотиранинкиназа. Вот такая вот сталинская тройка, которая запускает ангиогенез, усиливает пролиферацию клеток и воздействие на цитоскелет увеличивает их миграционную способность. Что касается вот ангиогенеза, как, наверное, ключевого, то есть вот здесь представлены сигнатуры генов на слайде. Вот красно выделены тиреоид-зависимые, то есть экспрессия полностью зависит от уровня тиреоидных гормонов. И сами по себе тиреоидные гормоны по силе ангиогенного действия сопоставимы с действиями IGF и фактора роста фибробластов. Вот еще один уникальный механизм действия. В отсутствии эстрогенов тиреоидные гормоны за счет действия на метаген тиреоидную протеинкиназу могут активировать альфа-изоформы рецептора эстрогенов. То есть нет эстрогенов, а идет в итоге экспрессия генов эстроген-зависимых. И вот, наверное, совершенно новые механизмы. Вот через натрий-калиевые фазы они вступают в взаимодействие с эндогенными дигитализоподобными факторами. То есть, условно, если у нас много тиреоидных гормонов и мало эндогенных дигитализоподобных факторов, то у нас происходит смещение причин смерти в сторону новообразования. Если это нарушение меняется, то, соответственно, у нас идет, скажем так, риск смерти в сторону коронарного события. Ну, с 90-х годов было накоплено много эпид-исследований, которые подтвердили, что эпизод гипотиреоза в анамнезе увеличивает риск возникновения вот гормонально-зависимых опухолей. Что еще есть? Вот в 2011 году вышел метаанализ, который продемонстрировал, что гипотиреоз не является фактором риска развития рака молочной железы, и гормонозаместительная терапия тироксином не улучшает исходы лечения. Также вот много исследований, это достаточно уникальное, то есть целая провинция в Норвегии, проспективные исследования брали только здоровых, то есть без заболеваний, без злокачественных образований, без заболеваний щитовидной железы, замораживали плазму, после несколько лет смотрели онкологическую заболеваемость, и получилось так, что вот в основном рак легких, рак предстательной железы вот в данной популяции. Это субклинический гипертиреоз, субклинический, то есть при уровне ТТГ меньше 0,5. Шведское исследование происходит сейчас вот в скандинавских странах переосмысления образа жизни, ну, то есть тех данных, которые они накопили в период социального благополучия, это 70-80-е годы, оказалось, что вот нормально повышенные уровни тиреоидных гормонов по сравнению с нормально пониженными увеличивают риск рака молочной железы в 3 раза у женщин. Вот последнее, вот это голландское исследование, тут, в принципе, у них небольшой риск получился, небольшой, но, в принципе, достоверно повышает. Вот что касается мужчин также. Финское исследование, гипотиреоз, да, как продемонстрировано на слайде, он снижает риск возникновения рака предстательной железы. Вот мы, на самом деле, тоже сделали подобное исследование, естественно, дизайн взяли у коллег западных, нам город помог немножко в этом. Честно скажу, ничего не получили мы по раку молочной железы, ничего. Вот зато удивительная находка была увеличение заболеваемости раком толстой кишки, причем исключительно правых отделов. То есть это ободочная кишка, слепая кишка. Вот вообще какие заболевания сопровождаются гипертиреозом длительным? Ну, это диффузный токсический зоб, это 80%, 90%, остальное все на узловой токсический зоб приходится, все остальные причины крайне низкие.
И вот у нас есть такая целевая аудитория для профилактики, да, это женщины. Ну, потому что есть гендерные особенности, скажем так, иммунитета исключительно. Вот и наши коллеги-эндокринологи подложили нам такой подводный камень. После кризиса 2009 года все рекомендации были переписаны. И несмотря вот на новые знания, рутинный скрининг щитовидной железы вот не рекомендован. И неоправдан, это все, естественно, переписывается в третьих странах. Поэтому вот такая проблема. Вопрос, который вы все слышали, ну, все, из школьной, из университетской программы мы все знаем про индуцированный амидароном тиреидит с исходом в гипотиреоз. Многие наши противоопухолевые агенты обладают таким же эффектом. То есть щитовидная железа в силу там, особенностей эмбрионального развития является очень уязвима. И этот побочный эффект встречается крайне часто. Вот в 2008 году были опубликованы данные вот второй-третьей фазы клинических испытаний ингибиторов транзинкиназы, и оказалось, что у пациентов, у которых был этот, диагностирован гипотиреоз, у них безрецидивные выживаемости, общая выживаемость, естественно, были выше. Ну, общая недостоверно, но безрецидивно достоверно. То есть, ну, тиреидит с исходом гипотиреоза развивается достаточно часто, 30-80%, причем стадия хаситоксикоза, которая соображается там, гипотиреозом, она, в принципе, практически отсутствует. Так, что-то у нас... Смотрите, какое-то, если вот использовать эту стратегию, какие у нас есть возможности вообще? Это либо индукция управляемого гипотиреоза, либо вот использование антагонистов рецепторов к интегрину альфа-нил, бета-3. В 2004 году, так, секундочку, в 2004 году тетраиодотетилацетиловая кислота была запатентована в США как противоопухолевый агент. Это структурный метаболит, который действует на вот этот рецептор альфа-нил бета-3 и его блокирует. К сожалению, доклинические испытания все закончились, то есть не были продолжены в силу высокой токсичности. Мы тоже пробовали животные лабораторные, к сожалению, наблюдается их высокая гибель. Поэтому сейчас эти клинические испытания, в общем, сместили в сторону изучения псориаза. Так, ну вот сейчас по поводу экспериментальных данных. Ну, они накапливаются, на самом деле они все достаточно односторонние, на перевиваемой клеточной линии. Что нами сделано было? Мы вот несколько лет назад провели исследование на мышах линии C3H, которая является моделью для изучения рака молочной железы. Простой эксперимент. Животные одни получали тиреостатики, другие этот, гормоны щитовидной железы, этот тироксин в поилке вместо воды. Но у нас получилось достоверное увеличение как частоты возникновения опухоли молочной железы, так и времени наступления возникновения опухолей. Мы немножко продолжили исследование не так давно на астытной модели рака яичника. И получилось у нас достаточно интересно. То есть увеличение продолжительности жизни было практически в два раза больше в группе гипотиреоза. Но вот при тиреотоксикозе достоверных отличий не получили. Какая у нас возникает при использовании тиреостатиков вообще проблема глобальная? Гипотиреоз вызывает метаболические нарушения, это все прекрасно знают. Но вот взять неврологическую симптоматику, это действительно клинически значимо. То есть сейчас уже доказано, что постнатальный нейрогенез, он зависит полностью от пула стволовых клеток гиппокампа. Эти вот пул стволовых клеток гиппокампа очень чувствительны к изменению концентрации гормонов щитовидной железы. Как только гипотиреоз, значит клетки перестают давать нейральные клетки. И вот в завершение, я, честно, слайд позаимствовал Алика Герберта, это единственный человек, который проводил клиническое исследование по индукции гипотиреоза у больных глиобластомой.
и получил хорошие результаты достаточно. Здесь изображен президент США Рональд Рейган, один из апологетов существующего мирового порядка. Вы прекрасно помните, что он умер от болезни Альцгеймера. Но если взять вот историю, он у нас наш онкологический пациент, рак ободочной кишки и терапия интерлейкина второго типа, дальше гипотиреоз и быстрое прогрессирование болезни Альцгеймера. Поэтому это тот, наверное, вот когнитивное нарушение при индукции гипотиреоза, это тот нерешенный вопрос, который, наверное, лимитирует в настоящее время применение данной стратегии. Спасибо за внимание. Спасибо, пожалуйста, вопросы. Коллеги, вопросы? Не вижу вопросов. Скажите, пожалуйста, эпидемиологические данные существуют о том, какова частота возникновения рака яичника у больных гипотиреозом? Данных очень много, и они очень сильно противоречат друг другу. Например, вот в южнокорейской популяции они получили увеличение риска развития рака яичника и гипоцеллярного рака при гипотиреозе. Но вот в Европе, в европейских странах у них, ну, взять по большому счету здесь англосаксонский мир и вот Европу, да, у них наоборот получается, то есть у них все-таки гипотиреоз это фактор риска. Может быть, в азиатских популяциях у них по-другому идет. Еще вопросы? Все, спасибо. Пожалуйста. Связи с болезнью гипотиреоз и болезнью Альцгеймера. Говорить напрямую, что болезнь Альцгеймера связана с нейрогенезом, наверное, все-таки достаточно сложно, как вы считаете? Сложно, но вот взять всю эпидемиологию, которую психиатры используют, то есть все-таки гипотиреоз – это самый значимый фактор развития биполярных расстройств и все-таки нейрогенезных заболеваний. То есть биполярные расстройства, что взять, это глубокая депрессия, шизофрения. По поводу нейродегенеративных заболеваний, там все-таки… Ну, корреляция меньше, но все-таки тоже присутствует. Пожалуйста. Я не расслышал. Гипотиреоз. Чем моделировали? Приказали вам? Нет, слушайте, вот, только пропил тиурацилом, потому что на приказалили, вот я 6 раз пытался эксперимент начать, на приказалили гибель лабораторных животных, я не знаю, какую концентрацию нужно вводить, чтобы они не помирали. Только пропил тиурацил исключительно. Хорошо, спасибо. Еще вопросы? Все, спасибо большое.